Педагогический калейдоскоп 2017. Конкурс профмастерства стартовал в Тюменском районе. Пятое юбилейное мероприятие объединило 24 специалиста. Это учителя, воспитатели, преподаватели доп. Образования. Среди участников есть те, кто уже не в первый раз борется за звание лучшего. К примеру, Наталья Лаврова. Она уже была призером и районного, и областного этапов. У нас будет на нашей территории поселка Новотарманский, в нашем центре технического творчества, проводиться именно уроки, открытые уроки с нашими детьми. Я буду демонстрировать свои знания. Я преподаватель кружка «Художественная лепка» по керамике. В очередной раз узнаем о лучших наших педагогах и преподавателях. Важно то, что они начинают дружить после этого конкурса, делиться своими навыками, опытом, своими наработками, своими идеями, своими проектами. И важно, что они потом все это реализуют.